И в блоке линейной регрессии предлагаю оценить, каким образом этот объемный набор предикторов влияет на членство в профсоюзе или аналогичной организации. Предикторов очень много, здесь речь идет и о политической позиции респондента, о политических ценностях. Речь идет здесь о ценностях неполитических, о политическом поведении, политическом доверии, просмотр телевизора, пол, возраст, все здесь присутствует, все, что потенциально может влиять на вступление или не вступление европейца в профсоюз. Порядка 130 предикторов. Эти предикторы уже подготовлены в соответствии с принципами, которые я оговорил в данном блоке. То есть переменные были разделены на те, которые являются интервальными и псевдоинтервальными, и на те, которые являются категориальными. Категориальные были разделены, в свою очередь, на те, которые являются дихотомическими, ну, например, гражданин страны или пол, ранговые, которым я применил в основном принцип объединения соседних градаций, чтобы получалась, опять же, дихотомическая шкала. И к номинальным с большим количеством категорий, ну, как то страна, как то место жительства респондента и так далее. К этим переменным я применил дихотомизатор, который у меня присутствует в блоке как раз опять же эффективных переменных. Вот он, дихотомизатор, я им воспользовался. Благодаря этому опять же создал фиктивные переменные. Ну вот, например, по стране переменные. Вот я три страны выбрал: Россия, потому что я живу в России, Литва, потому что в ней, согласно дисперсионному анализу, самое низкое членство в профсоюзе, в союзах. И Дания, поскольку в ней, согласно, опять же, тому же дисперсионному анализу, самое высокое членство в союзах. И еще ряд фиктивных переменных были созданы. Попробуем